Друзья, всем привет! Отличные новости! Сегодня просто великолепный день. Вы, я думаю, понимаете, что я не зря надел кепку John Deere. Нет времени объяснять. Поехали на место, сейчас все покажу. Представляете, весь день шел дождь. Сейчас он прекратился, выглянуло небольшое солнышко. Мы долго решали, мы долго выбирали, но в итоге... Пойдем покажу. Та-да-да-да! Привет, Джонни! Мы тебя долго ждали. Красавец. Сейчас будем проходить обучение, как с ним обращаться правильно, чтобы он у нас долго и верно нам служил и работал. Прям запах новья. Все тут в пленочке. Все чистенько. Кайф. Кайф, кайф, кайф. Сюда воткнем магнитолку. Все хорошо. Итак, первый запуск. Поехали. Так, перед тем, как проходить обучение, надо зверя накормить. Приехали на заправочную станцию нашу такую, импровизированную. Сейчас будем заправляться. Ай, красавец. Да. Как, говорит, она называется-то? Это чудо света. Так, ну что, зверь кормится. Тут все на компьютере показывается, что заправочка идет, все хорошо. Ну все, сразу в бой. Подцепляем плуг и вперед в поле. Там такая же. Да, ребята. Да, и наверх. Вот наш старенький бедолага Терриан. Вот Джон Дирчик. Сейчас перецепляют плуг и все, сразу в поле. Поэтому поедем в поле, полетаем там на дроне еще. Посмотрим, как себя покажет. Все, пойду в ночную смену работать на John Deere. Сейчас здесь колеса слишком сильно накачаны для дорожных работ. Сейчас будем спускать, заливаем вон водичку, чтобы умывайка работала туда-сюда. Готовимся и поедем в поле пахать. Так, друзья, обзор кабины, где у нас тут что есть. Погнали. Зажигание, понятно, заводим. Это рычаг реверса, ну, форвард реверс, передний и задний ход. Вперед, назад. Тумблер переключается освещение, габариты, ближний светофор. Это рабочее освещение. Это поворотники. Дальний светофор. Угу. Ну это понятно, давай лучше вот здесь вот, где навеска, все дела. Так, так, ты поворотник выключим, пищать будет. Вон, давай. Так, рычаг диапазонов. То есть паркинг, 5 диапазонов. Угу. Так, это газ, это переключать скорости, это что? Это слив. А, это слив, здесь тоже переключать скоростью. То есть это три секции распределителя, СЦВшка, это ВОМ, это регулятор глубины сглубления, так. Кнопки подъема опускания навески, это тягово-сцепное устройство, регулировка тягово-сцепного устройства, это включение, принудительное включение переднего моста, автоматический режим, это блокировка. Это мост, да, блокировка. Так, здесь кондиционер. Это печка тоже. А это что такое? Это круиз-контроль. Ну, а, круиз-контроль, да. Так, а здесь ВОМ. Это ВОМ. 540, 540 эконом и 1000 оборотов. Ну, все понятно. Так, сюда воткнем, значит, магнитолочку пацанам.
Динамики уже стоят, правильно? Да. Динамики стоят. Ну все. А, здесь еще регулируется руль, да? Вот это понятно, а поверх? Вот. Ага, все. Чтоб хорошо работал. Дай бог, чтоб работал. Так, по катушке бухгалтерии. Всем надо попробовать. Не-не-не, тут не трогай, там передачи переключаются. Ну что, Сергей Васильевич? Отлично! Поедем в ночную смену пахать. Легко! Шампанским тут все избрызгали. Надо помыть.